Всем привет-привет! Вот начинается наше путешествие. Мы сейчас позавтракаем в кафешке, а потом продолжим свой путь, так как дома ничего не было. Мы голодные, не отправимся же в дорогу. А на завтрак мы заказали себе такой бюрек. Кафе Дурум находится рядом возле нас. У нас еще есть время. Поэтому мы вот так вот. Ашким, селям, соляшким. Турецкий завтрак. Наконец-то открылись кафешки. Ура, ура! Мы уже сидим в маршрутке и сейчас отправляемся в путь. Маршрутка оказалась очень хорошая. Раньше мы на автобусе ездили, а сейчас маршрутка. Всем счастливо нам пути. Счастливого нам пути. И хочу показать вам, как живут люди в других городах Турции. Это в горах находится. Ну а здесь мы остановимся по своим нуждам, кто хочет покушать. Пока в туалете никого нет, только кроме меня, покажу, как выглядят туалеты. На турецких остановках, ну, чистенько, так я смотрю, чистенько. Кстати, мне вот это интересно, соль для ног, вот сейчас надо мне купить, попробовать. И маски вот какие-то рекомендую тоже, посмотреть надо. Я одна единственная в туалет захотела. Хочу вам показать много чего интересного. Вот эта вот соль продается. Вот это хочу попробовать. Это или это. Не имеет значения. Что за соль, а это... Какая-то соль, ту сабуну, видите? Надо посмотреть, очень ничего интересного здесь есть. Кстати, это тоже, смотрите. Сашка мне будет злиться, что я туз купила? Соль. Ну, а что делать? Надо посмотреть, что это такое. Не так ли? Смотрите, сколько чего здесь интересного еще есть. Но сейчас не до этого. Уже меня, наверное, ждут. Побежала я покупать и садиться в автобус. Дорогие друзья, что хочу вам рассказать, что когда вы путешествуете по Турции, автобусы делают остановки вот на таких вот стояночках. Здесь вы можете пообедать, сходить в туалет, купить что-нибудь себе в дорогу. Кстати, цены посмотреть можете. Вот так вот набрать водички. Здесь очень полезная вода. Все, идем мы. Наш автобус уже ждет. А в этом кране набирают воду. Знаете, какая здесь полезная вода? Вот, которую продают, мы покупаем на дом. Эту воду всегда продают. Очень вкусная, полезная. Вот такие вот остановочки. А здесь уже начинаются степи. Горы позади, начинаются степи.
надо вернуться. Тяни. Края. Ждите сюрприз от меня. Вот так выглядит следующая остановка Бор. Вот такой маленький городок Бор. Видите? Мы сейчас здесь хотим перекусить. Он славится этли пиде, то есть пиде, вот такое, как лепешка с мясом, не лохмандю. Но я вам расскажу и покажу все. Вот такой парк мы увидели с Ашкымом. Парк? А что это? Бунешкем. Такое красивое что-то растет. Рябина. Джами впереди. Идем, мы ищем, где покушать можно. Нашли мы ресторан. Сейчас мы здесь покушаем. Что я вам могу сказать, друзья мои? Какая здесь погода? Чувствуется, конечно, разницу с Мерсином. Уже здесь чувствуется так прохладно. Более чем. Вот сейчас нам принесут кушать. Такой маленький город Бор. И а что мы закажем, мы сейчас вам покажем и расскажем. Люди соблюдают здесь масочный режим. Я смотрю. Люди такие приветливые, мы спросили, как пройти, как найти эту столовую, ресторан, или, ну, это на ресторан не похоже. Друзья мои, мы заказали этли пиде, мясо, тут говорит он, что это как в Мерсине нужно поесть тантуни, вода, не кебаб, а здесь нужно поесть в этом районе этли пиде. Сойляшкин, конядан емек дейльме? Устам. Так что сейчас попробуем и покажу вам и поделюсь своими впечатлениями. Посмотрите, вот здесь готовят его. Вот именно в этих печах готовят. Посмотрите, какое оно. Так этот сам проезд. Тешакюредери. Здесь готовят из лепешек. И можно и с сыром, и с любой начинкой, мясом. Ну что, посмотрим мы. Посмотрите, какую красоту нам принесли. Бирметрия у лабелир. Посмотрите, наверное, метр. Классно. С фаршем, мясным фаршем. Посмотрите, сколько здесь делают на заказ. Красоту. Пакет делают и один сделали, второй. Ну и после вкусного пиде нам принесли чаек. Вот таких одноразовых стаканчиках. Вкусный чаек. Мой муж в шоке. За все это мы заплатили 37 лир. Так метровые поели пиде и 37 лир. Так что, друзья мои, вот если вы приедете, побываете в Боре, то, пожалуйста, приходите в этот ресторанчик маленький. Вы не разочаруетесь, а очень обрадуетесь и вкусно покушаете. Я думаю, что это хамам. А вот рядом джами. Ашкым вот купил гостинцев. И вот такой пакет. Сейчас мы еще должны докупить. Вы, наверное, догадываетесь,
куда мы едем. А если не догадываетесь, то терпите. Немножко потерпите и узнаете. Нас приятно удивили цены в этом Карфуре. Очень этот Карфур, говорю, Бимар. Нормально. А мясо нам очень понравилось. Мы на Новый год вот ребра брали по 130 лир, а здесь 70. Удивились. Смотрите, цены какие. Видите, по 50, вот, 70. В Боре мясо дешевле. Вот так мы оттоварились. Набрали всего домашних яиц. Сейчас ждем такси. Уважаемые мои друзья и подписчики, мы пришли, приехали уже. Я сейчас покажу вам мой сюрприз. А вот и мой сюрприз, Анемчику, мы приехали в деревню. Сюрприз. Вот так вот мы решили с мужем, Сашкой его, поехать и отдохнуть. Приехали, воздух здесь такой хороший. Воздух такой хороший здесь, друзья мои, что мне так на сон потянуло, забыла про вас, про видео снимать. Я вам завтра все покажу. Все. Я рыны хэп гёстереджем. Эф насэл хэп хэп бюгюн диледжеспис. Тамам? Так хорошо. Тут кругом печки. Посмотрите, что Баба Джим делает. Баба Джим, сэлям сэлидасэн. А, Баба Джим...
печку зажег, соба. Бабачим сана селям диорлар, беним аркадашлары. Бен де онлара селам ediyorum. Сюрприз яптык сизе, değil mi, бабачим? Geldik. Посмотрите, кругом у него печки здесь. Во, у нас так классно. Да, güzel şimdi biraz sonra olacak, değil mi, бабачим? На улице холодно. На улице холодно. Дорогие друзья, тут какой-то воздух, наверное. Я такая расслабленная. Может, я еще не спала нормально сегодня. Так хорошо. В общем, будем отдыхать, отключаться, отдыхать от соцсетей. А завтра я вам покажу более все подробно. А завтра я вам покажу более все подробно. Ждите.